Взрослая игра с детским азартом. В Минске впервые прошел этап Кубка мира по настольному хоккею. И здесь все серьезно. В Европе это давно уже полноценный вид спорта со своими звездами, рейтингами, клубами и традициями. В Минск съехались участники из 6 стран. Игроки из Казахстана, Израиля и Украины сражались с опытными россиянами, латышами и родоначальниками этого вида шведами за рейтинговые очки, которые позволят получить путевку на чемпионат мира в Чехии. Топовые игроки тренируются по 40 минут каждый день. В мире это профессиональный вид спорта. В Беларуси скорее любительский. Это и фехтование, это и шахматы, это и бильярд. В Беларуси настольный хоккей стал активно развиваться последние 4 года. За это время лига провела больше 48 турниров, приглашая хоккейных звезд. Сегодня в Минске за столами одновременно сражались 5 чемпионов. То чувство, когда вот ты уже после турнира, особенно удачного, так эмоционально опустошенный, это настолько круто, что я в восторге. Ну и, конечно же, здесь вот я нашла много друзей, и мужа тоже я здесь нашла. В настольном хоккее нет возрастных ограничений, поэтому его считают настоящей семейной игрой. А вот инфраструктура практически копирует систему своего большого брата. Есть даже собственный зал славы, по примеру того, что располагается в Торонто.